Доброе утро, дорогие покупатели! Рада приветствовать вас на канале стильного бутика «Калета». С вами Ольга Савкина, и сегодня у нас обзор кроссовок. Напоминаю, что «Калета» — это только натуральная кожа и только удобная колодка. Итак, кроссовки будут на осень-зиму 2023. Начнем с осенних моделей. Прошу обратить внимание, натуральная кожа, гладкая, в сочетании с такой текстурной. Здесь идет резиновая подошва. Вообще не скользят они, что тоже очень удобно в дождливую, например, погоду. Внутри тоже натуральная кожа и мягенькая стелечка. Модель в стиле спортшик. У нас есть разные модели, сегодня буду все показывать. Это вот такая наша новиночка. Давайте посмотрим, как они выглядят на ноге, ведь по ножке мы определяем прежде всего, хотим ли мы такую обувь видеть на своей ножке или нет. Модель на узкую ножку и представлена в двух расцветках, в черном цвете и в белом цвете. По стоимости 8470, в размерах идет с 36 по 40, производство Турция. Следующая модель мне особенно нравится, потому что здесь выбитая фактура. Мне кажется, что это очень дорого, интересно смотрится всегда. Плюс здесь еще совмещение текстур, гладкая кожа в сочетании с замшей. Ну, вот эта модель прям просто потрясающая. Удобный подъем. Модель хороша на ножку средней полноты, можно тоже на широкую ножку. Есть шнуровка, не тяжелые. Здесь тоже антискользящее покрытие. И если вы водитель, то удобная пяточка. Давайте посмотрим, как они выглядят на ноге. Есть они в шоколадном цвете и есть они еще в молочном цвете. По стоимости 8070, в размерах идет с 36 по 40. Еще одна модель с выбитой кожей. Тут уже немножечко другой рисунок. Они представлены только в молочном цвете. Не буду их мерить, потому что колодка та же самая, удобная, на ножку средней полноты. По стоимости немножечко подешевле, они 7670. Производство Турция, натуральная кожа как здесь, так и внутри. Еще одна модель с выбитой кожей. Здесь производство уже фабричный Китай. Тоже натуральная кожа сверху. Обратите внимание, подошва. Подошва идет не резиновая, полиуретан, поэтому они немножко полегче, чем предыдущие. И внутри, по сравнению с теми, которые мы снимали до этого, здесь идет ткань. Ну, кому что больше нравится, по цене они немножечко подешевле. 4370, в размерах с 36 по 40. Давайте посмотрим на ногу. Ну, вот эту модель я бы порекомендовала, если у вас ножка широкая, то вот это даже лучше, чем предыдущие именно по объему. То есть они немножечко попросторней. В размерах с 36 по 40. И, кстати, они есть в расцветках. Расцветки есть в черном цвете они. И в шоколадном цвете. Шикарная модель кроссовок, тоже наша новинка. Смотрите, как они красиво сделаны. Просто не кроссовки, а произведение искусства. Кожа гладкая, тут замша, такая активная шнуровка, окантовка в виде гладкой кожи. Здесь тоже такое сочетание цветов красивое. И сзади шикарная пяточка. Подошва идет резиновая, такая устойчивая, ноская. Внутри идет натуральная кожа, и обратите внимание, стелька там с перфорацией для того, чтобы ножка не потела. Кожа плотная, поэтому подойдут они на осень, даже можно зимой, если вы передвигаетесь на машине. Давайте посмотрим, как выглядит на ноге. Мне кажется, очень красиво смотрится. Значит, производство Турция. Они идут размер в размер, по ширине подойдут на ножку средней полноты и, может быть, даже и на широкую ножку в том числе. По стоимости 8870, в размерах с 36 по 40. Еще одна шикарная новинка. Подойдут они идеально на широкую ножку. Смотрите, какая здесь фишка. То есть прозрачная часть подошвы, силиконовая такая. Здесь резиновая дальше подошва идет. Идет окантовка черная, тоже из резины. Очень комфортная модель, плотная кожа, то есть можно их носить даже поздней осенью, зимой, если вы передвигаетесь на машине, потому что кожа действительно прям очень хорошей толщины. Давайте посмотрим, как они выглядят на ножке. Интересно смотрится, покручусь. По стоимости 10370, в размерах идут с 36 по 40. На сегодня у нас много моделей, каждая модель отличается от предыдущей, все они интересные, красивые. Вот эта модель, здесь идет кожа в сочетании с тканью, такая нестандартная форма подошва, защита на пяточку, если вы водите машину, вообще идеально, и защита на мысик.
модель на узкую ножку. Давайте посмотрим расцветки. Я на себя примерила как раз в шоколадном цвете. Мне кажется, достаточно ярко смотрится, несмотря на то, что они прям спортивно выглядят. Но с брючками, как я сегодня, тоже можно их сочетать. И также есть они еще в черном цвете. По стоимости 4770, в размерах идут с 36 по 40. Немножечко маломерит, поэтому берите лучше на размер больше. Еще одни мега крутые кроссовки. Кроссовки идут без шнуровки. Здесь такая стрейчевая вставочка. Очень удобно одеваются, выбитая кожа. Представлены только в черном цвете, но мега круто смотрится на ноге. Защита на мысик, резиновая подошва. Внутри все натуральная кожа и снаружи тоже натуральная кожа. Давайте посмотрим, как выглядит на ноге. Производство Турция. По стоимости 8870. В размерах идут с 36 по 40. Для тех, кто любит обувь в стиле спорт-шик, пришла вот такая у нас новинка стильная. Смотрите, какая здесь высокая идет подошва. Причем она не тяжелая и очень сильно увеличивает ваш рост. Тут примерно на 7 сантиметров. Натуральная кожа здесь, здесь камушки. Внутри тоже идет натуральная кожа. Эти кроссовки хороши на сейчас, потому что кожа не супер плотная. Очень легкая модель, и представлены они в расцветках. Вот на мне они в черном цвете, и также есть они еще в белом цвете. По стоимости 7070, в размерах идут с 36 по 40. Немножечко маломерит, поэтому берите лучше на размер больше. Итак, переходим к кедам. Кеды – натуральная кожа. Смотрите, какая идет литая подошва. Внизу силикон, соответственно, чтобы они не скользили. И эта модель идет у нас уже на демисезонные. То есть внутри вот так небольшой флисик. Представлены они в единственном цвете. Давайте посмотрим, примерила их на себя. Такая хорошая базовая обувь на каждый день, которая сочетается абсолютно со всем, как с платьем, так и с джинсиками. По стоимости 5170, в размерах идут с 36 по 40. Хороши будут как на узкую, так и на широкую ножку, потому что вот у меня еще есть запасик. Еще одни кеды тоже идут на флисе. Здесь уже шнуровка, смотрите, идет... Ее не надо зашнуровывать, то есть они вот в таком раскрытом виде. Интересно, стильно смотрятся. Подошва тоже высокая, есть подъемчик, то есть на ножку с высоким подъемом они тоже подойдут. Здесь натуральная кожа, внутри флисик, представлены в двух расцветках. Я на себя примерила в белом цвете, и также есть они в черном цвете. Модель немножечко маломерит, а так она хороша будет на широкую ножку. По стоимости 5170, в размерах идут с 36 по 40. Я при своем 38 примеряю сейчас на себя 39 размер, и мне комфортно. Переходим к более зимней обуви. Это уже кеды на зиму. Прямая подошва, но есть внутри небольшой подъем, поэтому достаточно комфортный. Здесь уже идет не просто флис, здесь идет уже эко-мех. Достаточно теплый. Тут натуральная кожа, легенькие, подошва идет резиновая. По стоимости 5170, в размерах с 36 по 40. Давайте посмотрим на ноге. По комфорту я чувствую, что они будут идеальны на широкую ножку. Но если они вам очень понравились, то можно их подзатянуть. Будут и на узкую, но на широкую точно будет хорошо. И последняя модель на сегодня. Вот такие крутые кеды. Это зима-зима. Смотрите, внутри идет эко-мех. Очень тепленький, комфортный. Выглядят они внутри как уги по комфорту. А здесь, смотрите, такая нашивочка. Интересная подошва ребристая. Защита на пяточки, защита на мысик. Здесь все натуральная кожа. В общем, выглядят они очень круто. Давайте посмотрим, как они на ножке смотрятся. Представлены они в двух расцветках, в черном цвете и в шоколадном цвете. По стоимости 11270, в размерах идут с 36 по 40. Немножечко маломерит, поэтому берите лучше на размер больше. Я думаю, что это идет за счет меха, потому что мех действительно очень плотный.